Это место точно видало лучшие времена. Может, у тебя получится привести его в порядок, чтобы оно чуть больше походило на дом, чем на заброшенный склад? Растения или радио не помешают. Растения или радио. Понял. Это будет просто заеб... круто! Игорь, есть разговор. Что случилось? Тут кое-что всплыло. В радиоэфире НАР настоящее оживление. Ищут кого-то, предположительно предателя и вора. Удалось выяснить локацию. Это Копачи, село возле реки Припять. Возможно, это наш билет на станцию. Этот человек может что-то знать или иметь доступ к оборудованию. Что он, по-твоему, может знать? Пароли и кодовые слова. Имена, доступ к форме, даже к пайкам. И задание выглядит несложным. Если будешь действовать шустро и грамотно, может, даже на нар не нарвешься. Ты прав. Это может быть важно. Как минимум, стоит поболтать с этим их предателем. Я рад, что мы друг друга поняли. Это в Копачах. Не заблудишься.
какого хрена ли мы делаем дальше, а? Говорят, враг моего врага – мой друг. Но можно ли доверять предателю, Игорь? Доверие – очень хрупкая вещь. Тяжело построить и легко разрушить. Но ты ведь по-прежнему доверяешь мне. Правда, любимый?
Привет, уважаемый коллега. Давай посмотрим, что у тебя есть. А у тебя что-нибудь... А я уж думал, ты не... Счастливого... Смотрите оба, этот урод должен быть где-то поблизости. Да уж, смотрю, не хочу опять получить нагоняй от Козлова. Знаю, знаю, чертовы самоселы, все они воры, бродяги и чокнутые. Почему чокнутые? А какой нормальный человек захочет жить в этой радиоактивной пустоши? Мы их вежливо попросили свалить, а они сопротивляются. Ты прав, я бы сам сюда не совался, но платят тут получше, чем в армии. Похоже, они ищут этого таинственного парня. Не стреляй! Я безоружен! Руки подними, чтобы я видел. Я так понимаю, ты и есть предатель, которого все так активно ищут. Что? С чего ты взял? Я не предатель! Я даже в НАР никогда не работал! Не буду врать. Звучит не слишком убедительно. Эти уроды реально хотят тебя найти. По радиосвязи только о тебе и говорят. Ну ладно, ладно! Я торговал с некоторыми из них иногда.
Но эти придурки, они не врубаются в то, как торговать надо. Хотели меня обобрать, ну и... И что? Ну, сначала они, потом я, и пошло-поехало, ну, сам знаешь, как оно бывает. Короче, я у них позаимствовал пару ништячков, чтобы восстановить справедливость. Само собой, им не хотелось, чтобы начальство узнало об их торговле налево. Вот они и подняли вой про предателя. Любопытно. Ага. Но и близко не так любопытно, как ты, мой друг. Ты в зоне недавно, так? Остановился у Михаила на складе. Интересно, что ты задумал. Откуда ты это узнал? Мне нужно идти. Они, наверное, за меня переживать начали. Кто это они? Прости, не могу сказать. А теперь в сторону. Я ухожу. А вот и нет. Мы без понятия, что это за парень, Игорь. Мы его отпустим, а он помчится прямо к Нар и обменяет наши жизни на их прощение или еще на что-то. Даже не думай вот так его отпускать. По крайней мере, хорошенько покопайся в его вещах. Прости, но я в твою историю не верю. Почему ты просто не скажешь мне, кто ты? И, кстати, дай-ка мне быстренько взглянуть на твои вещи, раз уж мы здесь. Кто я? Это не твое собачье дело. И я ни хрена тебе не буду показывать. Ситуация сложилась непростая. Может... Ты просто воришка, а может, ты шпион. Я не могу так просто тебя отпустить. Да. Похоже, мы зашли в тупик. Ну давай, что ты тянешь? Решай уже, урод! Да уж, так бездарно просрать время. Это надо было умудриться. Зашибись. Агента КГБ. Наверное, уже не удастся узнать, кто это был.
Эй, ты! Господи боже! Как ты меня напугал! Не смей больше так делать, когда я работаю! А лучше вообще никогда так не делай! Ой, прости. Думаешь, это смешно? Серьезно, больше так никогда не делай. Что ты здесь делаешь? Ну, кое-кто продал мне комбинацию к этому сейфу, но... Но тебя одурачили. Так бывает, когда жадность застилает глаза. Что? Нет, жадность — это хорошо. Она движет миром. А это, ну, будем считать это издержки профессии. Но жаль, конечно. Большие деньги за эту комбинацию отдал. Может, отмычками удастся открыть? И что же это был за кое-кто? Один очень важный человек с очень серьезными связями. Да? Например? Не могу сказать. Иначе придется тебя убить. Шутка! Уж надеюсь. А ты знаешь, что там внутри? Ну, наверняка что-то очень ценное. Иначе зачем это прятать, а? Боже! Надо было монтировку захватить! Или динамитную шашку. Да, динамит тут бы точно не повредил. Похоже, ты в затруднительном положении. Что собираешься делать? Ну, открыть не получается. Но, может, у кого-то еще получится? Возможно. Но он выглядит довольно старым. Не исключено, что он весь проржавел. Может быть. Черт! Ну нахер этот хлам! Все, я сдаюсь. Что, сдаешься? Ну, слесаря я сюда вызвать не могу, верно? Ладно, я и так достаточно времени убил на этот замок. Если хочешь, можешь тоже попытаться. Все, заклини его с концами. Обычные отмычки не помогут.
Привет, уважаемый коллега. А у тебя что? А я уж... Счастливого... За опыты проводила КГБ, и Нар пытается продолжить его работу.